Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорубська. І я рада вітати нашого гостя, виконувача обов'язку начальника управління по роботі з молоддю, Департаменту освіти, науки та молоді, облдержадміністрації Микола Миколаївич Смоквіна. Доброго дня вам. Добрий день. Я думаю, що всі зраділи такому весняному сонечку і погоді, і вже дехто почав замислюватися про те, де відпочивати влітку. Адже саме, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була оздоровлена, особливо це стосується пільгових категорій, то треба про це замислитись саме зараз. Я права? Звісно. Так, і отже, саме про це сьогодні піде наша розмова. Якщо вас цікавить ця тема, залишайтеся з нами, і ми вам розповімо багато цікавої інформації. Отже, про оздоровлення дітей. Ну, на самом деле, действительно, вовсю идет подготовка к оздоровительному сезону. Вот, как я уже и говорил, еще в конце февраля было выдано распоряжение о комплексе мероприятий, связанных с организацией и проведением детского оздоровления и отдыха в этом году. Вот, помимо всего прочего, я думаю, что к концу этой недели уже выйдет еще одно распоряжение о внесении изменений в порядок подбора и направления детей в детские оздоровительные учреждения за счет средств, скажем так, местных бюджетов. Почему? Потому что вы знаете, что были внесены соответствующие изменения в законодательство. Сегодня закон Украины об оздоровлении и отдыхе детей расширил то, о чем мы уже неоднократно говорили, расширил спектр тех, скажем так, льготных категорий детей, которые имеют право на оздоровление и отдых. И можно сказать, что не просто право, а первоочередное право на оздоровление и отдых. Вот, то есть, опять же, можно повториться, что на одном, скажем так, на одной ступеньке с детьми сиротами, детьми лишенными родительской опеки, детьми инвалидами, детьми из многодетных и малообеспеченных семей сегодня стоят дети, один из родителей которых погиб в зоне АТО, либо пропал без вести, либо умер после того, после принятия участия в антитеррористической операции. Це стосується тільки дітей-учасників антитерористичної операції, чи, можливо, тих дітей, чиї батьки проживали на території антитерористичної операції і загинули? Да, що касається дітей, які проживали на территории проведения антитеррористической операции и погибли. Сегодня законодательство четкой градации не дает по этому вопросу, но у нас еще, помимо всего прочего, добавлена такая категория дети, родители, один из родителей, которых погибли во время акции общественного неповиновения. То есть, как бы, здесь тоже можно рассматривать в той или иной степени. То есть, здесь нужно к этому вопросу подходить индивидуально. То есть, где ребенок сейчас находится, при каких обстоятельствах родители погибли, то есть, какие есть документы, и дальше уже принимать решение об оздоровлении и отдыхе этого ребенка. Помимо всего прочего, опять же, давайте не будем забывать, что добавлена категория дети, скажем так, которые имеют статус временно переселенцев. Наскільки збільшилась кількість дітей, яких має оздоровити Миколаївщина за рахунок цих змін у законі? Понимаете, по большому счету увеличилось примерно на 5 тысяч. Громаднейшая такая вот цифра, вот, которая действительно, ну, нужно очень-очень плотно работать над тем, чтобы все-таки охватить эту категорию детей. Здесь, конечно же, и будет работать городское управление по делам молодежи, которое тоже по функционалу занимается оздоровлением. Мы, как департамент областной, будем, естественно, в большей степени привлекать к оздоровлению и отдыху детей, которые проживают на территориях районов области, то есть, естественно, применяя первоочередную градацию. Вот. Ну и, конечно же, будем в любом случае помогать городу.
Наскільки сьогодні можете спрогнозувати, чи зможете 100% задовільнити потреби Миколаївщини в оздоровленні дітей? Спрогнозувати сьогодні тяжко, по крайній мірі, да, дійсно увеличені суми фінансування, увеличені як і по обласному бюджету, так і по городському бюджету. Все делаються можливе і невозможне в районах, райради, райгосадміністрації, то есть для того, щоб максимально більше привлечь і дати услугу по оздоровленню відпочинку дітям, в тому числі дітям, в першу чергу дітям льготних категорій. Сказати тяжело, но в будь-якому випадку робота не останавливається, робота направлена на максимальне обеспечення цих дітей услугой. Вот. І помимо всього прочого, звісно, так как прописано и в законе, что в любом случае как бы средства, которые для того, чтобы дать услугу по оздоровлению и отдыху ребенка, сегодня можно привлекать любые средства, которые не запрещены действующим законодательством. То есть это как средства госбюджета, да, и местных бюджетов, так и средства спонсоров, благотворительных организаций, фондов и так далее и тому подобное. То есть все, кто в той или иной степені переживає за цю сферу і може чимось допомогти. Давайте ще раз окреслимо, завершуючи цей етап нашої бесіди, щоб почули ті, хто не знає. Отже, ще раз перерахуйте ті категорії дітей, які мають право на таке оздоровлення. Значить, давайте візьмемо категорию по, скажем так, общая категория, это дети, которым необходима особая социальная помощь и поддержка. В этой категории сидит категория детей именно льготных категорий, да, как бы, ну, вот такая категория в категории. Первоочередное право, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети с многодетных малообеспеченных семей, дети, которые пострадали впоследствии техногенных аварий, катастроф, дети, родители которых, один из родителей которых погиб при выполнении на производстве или выполнении служебных обязанностей, дети участников АТО, дети погибших в зоне АТО, дети, один из родителей которых и погиб или умер, либо умер впоследствии получения тяжелой травмы во время акции общественного неповиновения, дети, которые имеют статус временных переселенцев. Ага. Это основная категория. Вот. Опять же, мы не должны забывать и о других детях. Это дети, которые находятся на диспансерном учете. Это уже такая как категория в категории. Да? Это дети работников агропромышленного комплекса социальной сферы села. Вот. Дальше у нас идут талантливые и одаренные дети. Это призеры и победители как от международных до областных фестивалей, конкурсов и так далее и тому подобное. Отличники обучения, лидеры детских общественных организаций. Вот это вот такая вот громадная, просто громадная. И загальная кількість, да. Яка цифра называется? Вы знаете, по прошлому году, в конце года мы считали, что вот общее количество вот этих детей примерно равнялось 28 тысячам. Ага. Вот, то есть очень-очень такая вот... Не маленькая такая семейка. Да, да, такая глобальная цифра. И по большому счету каждый ребенок, относится ли он к одной или к другой категории, в принципе имеет право на оздоровление. Де відбуватиметься оздоровлення в цьому році? Вже обговорюються варіанти? Варіанти, можна так сказати, що обговорюються, але обговорюються в рамках закону путем проведения процедур закупок. То есть процедуры объявлены как нами, так и городским управлением. Вот 12 апреля произойдет раскрытие предложений. Впоследствии мы будем рассматривать, оценивать, принимать решения, и только тогда мы можем сказать. То есть я правильно зрозуміла, что организации, які готові прийняти дітей на оздоровлення, вони подають свої пропозиції, а ви вже обираєте, де ці пропозиції умови кращі. Звісно, це все оговорюється в законі, як і в законі об оздоровленні і відпочинку, так і в законі об осуществленні госзакупок.
Це буде на території Миколаївщини Да. чи в інших Да. областях Это також? будет, это будет на территории Николаевщины. В любом случае, почему? Потому что у нас очень серьезная сеть детских оздоровительных учреждений. Мы являемся курортной областью, туристической областью. И по большому счету, ну, нелогично, неэтично и нецелесообразно, имея громаднейшую свою сеть детских оздоровительных учреждений, благодаря которым мы до 5000 детей принимаем из других областей, областей, конечно, и о своих будем вывозить в другие области, но это не совсем корректно. И в первую очередь не совсем корректно по отношению к родителям. Почему? Потому что, опять же, то, что я говорил, первоочередное право имеют дети льготных категорий, а это дети, которые имеют, семьи которых имеют не столь, скажем так, существенный доход, чтобы отвезти дитину в іншу область, ну, так? Скажем так, отвозят и привозят в начале смены, отвозят и к концу смены привозят уже непосредственно детский лагерь, но в соответствии с госстандартами детский лагерь проводит два раза в смену, если это речь идет о 21 дне, естественно, как об оздоровлении, проходят родительские дни. Вот, где родители имеют право приехать, пообщаться с ребенком, пройтись, посмотреть, в каких условиях он проживает, что они кушают, ну, и так далее и тому подобное. И, естественно, расходы на проезд, скажем так, вот в Очаковскую зону, да, или Рыбаковскую зону, либо же проезд каким-то другим видом транспорта в совсем другую область, приведет к тому, что расходы, скажем так, не, ну, не, не богатой семьи, да, как бы, вот, они, родители просто не смогут этого сделать. В минулому році ви говорили, що Миколаївщина ще приймала дітей з інших областей, крім переселенців у цих категорій, що із Одещини в нас оздоровлюються діти, хоча поруч і в них море, як вважається, да, краще, ніж у нас. Чому так відбувається, як це відбувається? Чому? Тому що по большому счету, это результат плодотворной работы в свое время с фондами соцстраха. Почему? Потому что до того момента, когда фонды социального страхования прекратили финансировать услуги по оздоровлению, Одесская область, она была одним из лидеров по количеству финансирования именно по линии фонда соцстраха. Вот. И в то время, как правило, определенную сумму средств они в виде эксперимента отдавали вот нам, как дружественной соседней области. Вот. И, ну, случилось то, что случилось. Сегодня фонды соцстраха уже не финансируют услуги по детскому оздоровлению. Но в то же время непосредственные профсоюзы, вот, предприятия, организации, которые в то время по линии соцстраха попали. Они звыкли просто. Да, они попали, они напрямую вышли на объект детского оздоровления и отдыха и заявили желание, опять же, уже самостоятельно, уже, как говорится, никто их за руку не водил, не собирал, они просто сами собрались, актив, організувались і приїхали організованою групою на відпочинок. Якщо про дітей, які знаходяться в закладах так соціальних, потурбуються їх керівники про оздоровлення, то що робити батькам, опікунам, які діти відносяться до пільгових категорій, але їм потрібно якось потурбуватися про те, щоб дитина потрапила на оздоровлення? Чи до них самих прийдуть і скажуть, ось ваша дитина має поїхати, збирайте речі? Ні, звісно, в першу чергу їм самим потрібно проявити, скажімо так, батьківську відповідальність і заявити о себе, о том, що ребенок должен, имеет право оздоровиться. В первую очередь нужно, конечно же, обратиться в районное управление семьи и молодежи, вот, написать соответствующее заявление. Uh-huh. Вот, желательно это делать уже в первых числах мая, конечно же, можно как бы, ну, и сейчас, по большому счету, мы всех принимаем уже сегодня, то есть если какие-то вот моменты связанные с тем, что родители переживают, что не успеют или так далее и тому подобное, мы уже открыты и готовы принимать любые заявки. Вопрос, опять же, связанный с территориально, ну, с территориальной принадлежностью, да, то, что я и говорил. То сегодня все-таки мы рекомендуем в первую очередь тем представителям семей, да, как бы
обращаться в свои районные, если они проживают в городе, службы, которые до компетенции которых относится этот вопрос. Дальше уже, если возникают какие-то ситуации, то есть мы уже подключаемся и решаем совместно эту проблему. Якщо ми говоримо про області, от родина проживає в селі, так? Ті люди, до яких найменше доходить інформація чомусь. Отже, родина проживає багатодітно в селі. Куди їм звертатися? Значить, якщо вони проживають в селі, звісно, вони обращаються в відділ той райдержадміністрації. В районну. Так, да, в районну, звісно, звісно. Угу. Тобто, ви знаєте, дуже багато бувало случаїв, коли приходилось дійсно вмішуватися в рамках компетенції в роботу. Чому? Тому що приходили обращення, тому що, да, как бы, почему-то так вийшло, що сім'я живе в забитому селі якомусь, вот, а відділ по яким-то причинам, ну вот, не видит, что такая семья есть, да. Ну, эти все вопросы, естественно, решаются, и, конечно, стараемся удовлетворить потребности вот этих семей. И на всех совещаниях, и на коллегиях мы делаем основной акцент на том, что в первую очередь нужно смотреть, подбирать, понятное дело, льготная категория – это основной аспект, но и второе – смотреть на то, оздоравливался ли ребенок в прошлом году, да, либо это оздоровление будет, или эта услуга будет предоставлена ему впервые. Почему? Потому что наряду с теми семьями, которые либо не стесняются, да, как бы вот заявить о себе, что вот мы хотим, либо вот действительно не знают, существуют семьи, которые все знают, да, и уже в феврале месяце готовы писать любые заявления, давать любые пакеты документов, но быть в первых рядах. Як, з чого складається цей пакет документів, крім заяви? В першу чергу це заявлення, да, другий основний документ – це копія свідоцтва о народженні дитини, і третій документ – це тот документ, который подтверждает принадлежность ребенка к той или иной категории. И вот если мы говорим про многодетные родины, например, так, вот такая пільговая категория, такая трошки слизковатая, как бы мовити, в том плане, что визначити то многодетную родину неважко, але якщо в родині багато дітей, чи мають право всі діти оздоровитися, чи є якісь певні вікові обмеження, з якого віку приймаються діти на оздоровлення? Діти приймаються шкільного віку. Шкільного віку, да, тільки. Да. Тобто, як правило, це 8-16, по большому счету. И 8, опять же, дети разные. То есть, уже батьки повинні дивитися по своїй дитині. Да, да, да. Здесь у нас, вы же знаете, что в каждом лагере работает психолог, по большому счету, стараются, особенно дети вот раннего возраста, они первые 3 дня, им очень тяжело, они плакати до мами, да, деякі так, хочуть. Мамі, да. Потом происходит период адаптации, и последние 3 дня они начинают вот тоже так вот себя вот чувствовать, понимая, что вот-вот-вот скоро угу. домой. Хотя, опять же, процесс прощания с лагерем, прощания с вожатыми, ну, угу. показывает о том, что, как говорится, была возможность, мы бы еще 20 день посидели. Не, а что вы порадите, как людина, которая не вперше стикается с этим, вот есть батьки, так, вот дає им держава эту путевку на оздоровление, они с одного боку раді. И дитина нібито так хотела бы, потому что вона не сможет батьки її повезти на те саме море. Але проходит 2-3 дні, и очень часто от батьків чуешь, ось все, путевка есть, а вони телефонують додому, начинают плакать, и мы хотим дома, заберите нас. Неужели так погано? Нет, вопрос в психоэмоциональном состоянии ребенка. Действительно, эти все вот моменты, о чем мы сейчас говорим, угу. это возраст до 10 лет. Угу. Потом, тобто, треба да. бути до цього готовим, да. і якось переступити цей конечно, етап. Конечно, но опять же, давайте не будем забывать о том, что и в 8 лет есть дети гиперактивные, которые и без родителей готовы сами собрать сумку и уехать в лагерь и купаться в море 21 угу. день. Вопрос в том, что, конечно, идеальным был бы вариант все-таки проконсультироваться у психолога, чтобы психолог понял, готов ли вот на сегодняшний день ребенок вот, на 21 день остаться без родителей, как, насколько он коммуникабельный, насколько он сможет вот влиться в отряд, вот как он,
Вот все вот эти вот тонкости нужно понимать. Хотя, опять же, я же говорю, что... Дивитися за навичками навіть самообслуговування дитини. Конечно, так? Конечно, якщо він да. звик, що кожного ранку мама застеляє ліжко, то тут стресом може бути те, що йому скажуть, застеляє ліжко просто-напросто. Естественно. Много дітей я теж наблюдав такі моменти, коли вот, родители сами пишуть, опять же, заявление на имя директора лагеря, просим не водить ребенка на море. Угу. Вот, как бы вот, он не любит море, просим его не водить. То есть государство дал, выделило путевку. Ну, тоді його потрібно по путівці посилати в ліс, наприклад, да, как бы, там, да, де моря да, немає. Лес. То есть одні діти дати на путевку, но он не любит шумных компаний. А как же быть в лагере, если лагерь это всегда много-много детей, много-много веселья, много конкурсов, много фестивалей. Это 21 день действительно вот фестиваля, скажем так. И шумная компания. И шумная компания, конечно. Угу. Ну вот случаи курьезные вот такие вот бывают. Но вдається задовольнить все потреби взагалі-то? В принципе, удается, конечно же. Но, естественно, бывают случаи, когда просто уже принимается решение, вот ребенок ну, не подчиняется, не могут ни психологи совладать, ничего. То есть, тогда уже принимается решение вернуть его домой. Повернемося трішечки до початку, до середини нашої бесіди. Отже, якщо родина багатодітна, багато дітей, наскільки вона може розраховувати, скільки дітей, наприклад, з цієї родини можуть оздоровити? Чи скажуть, що в цьому році тільки одну дитину? Ну, давайте начнем с того, что, опять же, есть семья многодетная, есть семья многодетная, малообеспеченная, да? Угу. То есть, в первую очередь, мы смотрим на социальный статус этой семьи. Во вторую очередь мы смотрим, оздоравливается ли эта семья впервые, либо эта семья уже оздоравливалась, скажем так, прошлые, позапрошлые года. Естественно, теоретически и практически, как бы, ну, вроде бы как и все дети должны, да, как бы имеют право оздоровиться, но, опять же, оздоравливать полностью, целиком и полностью одну семью, и если пострадает из-за этого такая же семья многодетная, здесь, наверное, чисто человечески, по человеческому фактору будет немножко неправильно. Конечно, если будет хватать путевок, если будет хватать на всех, мы будем стараться 100% удовлетворить все вот такие семьи. Враховуючи досвід минулого року, чи вдалося 100% задовольнити всіх, хто хотів оздоровитися? Ну, 100% оздоровлення ми, звісно, не можемо обеспечити, але ми обязаны виконувати закони і постановлення, связані зі сферою оздоровлення і відпочинку, де нам чіткі дані указання, ми повинні обеспечити 100%. 100% охват услуги оздоровления и отдыха детей, сирот, детей, лишенных родительской опеки. 60% детей, 60% детей с многодетных и малообеспеченных семей, до 50% детей-инвалидов и других категорий детей, вот, которые имеют вот статус детей, которым необходима особая социальная поддержка. Чи є варианти оздоровлення детей разом с батьками? На сегодняшний день по нашей линии нет. Ага. То есть законодатель нам не дает такого права. Оздоровление детей с родителями законом определено как возможность, но в специально созданных учреждениях, то есть либо это санатории матери и ребенка, ага. либо же это подобного рода учреждения. Такое оздоровление происходит, опять же, раньше происходило через фонды соцстраха, сегодня через профспілки, профсоюз. Отже, це не по вашій лінії. Якщо люди хочуть оздоровитися разом з сім'єю, так мати і дитина, то звертатися варто в профком, да. так? Сьогодні це не наша компетенція. Угу. Добре, дякую. Отже, ще раз наголошуємо на тому, якщо ви хочете, що ваша дитина, якщо ваша дитина відноситься до тих пільгових категорій, про які ми говорили, і ви хочете обов'язково оздоровити її в цьому році, то вже можна, так, звертатися? Конечно, конечно. З заявою. Без вашої заяви, в принципі, ніхто до вас не прийде і не скаже, що давайте ми оздоровимо вашу дитину. Ну, крім тих категорій, які вже самі по собі. Ну, інформаційна кампанія, вона йде, звісно, на всіх рівнях. От тут питання вже зв'язане з мірою відповідальності кожної сім'ї, тобто кожного взрослого людини, який для себе приймає рішення, потрібно йому це чи ні.
Добре, дякую вам за інформацію надану. І оздоровчий сезон, ми тільки про нього ще заговорили, і до нього ще далеко, але вже думаємо про це сьогодні, тому зустрінемося з вами ще не раз в цій студії, щоб ще раз проінформувати наших глядачів. З нами сьогодні був виконуючий обов'язки начальника управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації Смоквіна Микола Миколаївич. Ще раз вам щиро дякую. Дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. Бажаю вам сонячного настрою і пережити той момент до літа тільки з піднятим настроєм. До побачення, до нових зустрічей.